Спортивная составляющая – залог успешного развития бизнеса. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терешков посетил Национальный центр вертолетостроения. С представителями предприятия и главой Люберец Владимиром Ружицким он обсудил вопросы корпоративного спорта. Подробнее о визите министра в репортаже моих коллег. Спасибо большое. Еще раз добрый день. 8 лет в Национальном центре вертолетостроения Вадим Середа развивает не только профессиональные, но и спортивные навыки. Вместе с такими же увлеченными коллегами он получил благодарственное письмо за популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Предприятие способствует тому, чтобы физкультура и спорт развивались, по крайней мере, среди сотрудников. За что им огромное спасибо и очень хочется двигаться в таком же направлении. Холдинг, в который входит предприятие, несколько раз в год проводит выездные спортивные турниры в Сочи, Туапсе и Крыму. 2 раза футбольная команда Национального центра вертолетостроения с таких корпоративных игр привозила золото. Договорились о том, что в ближайшее время мы проработаем возможность создания спортивной лиги, где будут участвовать по видам спорта, где будут участвовать не только спортсмены предприятия, но и других окружающих предприятия Московской области, где ребята могут уже выходить за периметр своего предприятия и встречаться на спортивных площадках с такими же коллегами с других производств. Для поддержания физической формы сотрудников на предприятии есть все необходимое. Площадки для командных спортивных игр с душевыми и раздевалками, тренажерный зал и место для занятий воркаутом на открытом воздухе. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.